Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на планшете Lenovo Tab E7 войти в Recovery Mode. Выключаем наш планшет и ждем, пока он полностью выключится. Когда вы уже уверены, что наш планшет выключился, зажимаем и держим клавиши громкости вверх, клавиши громкости вниз и клавишу питания. Возьмем как-то поудобнее, например, возьмем вот так и держим. Отпускаем клавишу питания. Далее видим такого Android-робота. Что мы делаем в таком случае? Зажимаем клавишу питания, нажимаем клавишу громкости вверх. Попадаем в Recovery Mode. И чтобы выйти из Recovery Mode, просто выбираем первый пункт Reboot System Now и нажимаем на клавишу питания. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!